Итак, Антон хочет надеть на голову презерватив. Презерватив дорогой. Братан, опа, давай. Ну? Что ты? Что ты? Ну? Вот, вот, вот. Ну? Лобнул, все, сука. Все, все. Кончился. Следующий, сказал заведующий. Нет, теперь все. Теперь все. Самое главное, зубами его не драть. Да ты уже столько презервативов испоганил. Все на свою бестолковку натянуть ты хочешь. Макитру. Брат, макитротряс. Ну, сука, лопается. Давай, знаешь, что мы сделаем? Давай ты мне пытайся. У тебя ногтей-то нема, а у меня каждый раз. Ну, тебе щетина. Нет, ты... Растяни его, блядь. Полностью. Итак, попытка номер два. Надо это... Чего? Смочить. Да там смазка уже есть. Да нет, все равно там в конце суховат. Суховасто. Суховасто будет. Во, прям туда вот наливай. Во, во, да. Во, нормально. Гля, слышь, а тогда можно налить много. Давай это самое прям на горлышко натянем. Или... Ну. Тихо, 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 тихо. Во, аккуратненько. Блин, ребят. Ну что там, что за что? Порвалось. Да надорвался. Ну давай тогда пробуй. Может, все-таки налезет. Пробуй. Нормально, ты есть косячек. Твой тренер сказал, что ты очень техничен. Ну-ка. Да лезет, лезет. Парни едут за новой партией презерватива. За заправку. За заправку. Бензин, презерватив набрать. Наш спортсмен укладывается. И что-то хочет сделать. Ньютон под яблоком лежал, а ты под каплей. Открывай ее нахуй. Она должна, сука, лопнуть когда-то. Освежается человек. Да. Я крутой малыш по кличке Жопа. Да, это действительно крутой малыш. По кличке Жопа. Бля, нифига себе он растянулся. Ты смотри вообще. Вот это да. Ты его держи крепко, крепко, держу, сука, крепко. Держи. Нормально, нормально. Лес, смотри, как он тянется. Лес, возможности презерватива, блядь, это вообще труба. Ты что, блядь, делаешь-то, блядь, сейчас, Максим? Да что он делает? Зажат, нормально. О, теперь зажат. Ты как под душиком лежишь, представляешь? Красавец. А на тебя, блядь, да, представь, что это водочка льется на тебя. Водочка пьет. Водочка льется на тебя, представляешь? Это как арбуз, блин, слушай, это очень круто. Я не думал, что он так растянется. Он скоро до тебя дотянется. Блядь, ты что сделал? Рот! Открывай рот! Лежи! Не поставил рекорд! Рекорд не поставил! Ну что ж такое, да! Подписывайтесь на наш канал, и вы охренеете!